Добрый день, уважаемые читатели журнала «Около спорта». В гостях у нас главная героиня фильма «Около футбол». Только что была фотосессия, вот такая. Вот. Хотел бы поблагодарить фотостудию «Фотоплей», которая предоставила нам помещение, фотографа, визажиста, вот, и помогла нам осуществить такую съемку шикарную. Мы сейчас зададим несколько вопросов интересных. Ну, я думаю, что они будут тактичные, вежливые и достаточно такие. Сколько длилась съемка фильма? Да. А у меня конкретно весь процесс произошел, наверное, за месяц. А вообще вся съемка была 3 месяца, но я не во всех сценах участвовала, в боях же я не участвую, и в выездах я тоже не принимала никакого участия, так что у меня только месяц. Так, как ты попала на фильм, как ты прошла отбор, почему именно ты? Мне просто повезло больше всех. А кто были твои конкуренты? Честно говоря, не знаю. Да? И не хочу. Ясно. У тебя есть парень? Есть. Давно встречаетесь? Да, 4 года. О, замечательно. Что могла бы о фильме сказать? Что больше всего тебе понравилось в самом фильме, в сюжете? Про сюжет все скрывают? Вот не говорят, это тайна. Но мы, может, как-то для наших читателей попробуем чуть-чуть открыть его, приоткрыть. Ну, я скажу за себя, что я такая героиня, отвечающая за любовную лирику в этом фильме, и я являюсь яблоком раздора. Вот так вот немножечко вам капнула информация. Ну, что больше всего понравилось во всей съемке фильма? Какие моменты? Что? Атмосфера, это все пронеслось каким-то одним вихрем. Я даже не поняла, как это началось, как это кончилось. Очень все быстро. И для меня эта съемка была самой первой такой глобальной, главной ролью. Я получала удовольствие абсолютно от всего. Я счастлива до сих пор. Это твой самый первый фильм, да? То есть это... А полный метр, да. Первый. Мы поздравляем. Спасибо. В таком хитовом фильме. Да. Сразу. Так, чтобы у тебя такое спросить интересное, какой вид спорта уважаешь? Футбол надо говорить, не задумываясь. Только не футбол, не надо. Я хотела сказать футбол, потому что я с ним по жизни верчусь. У меня все фанаты, папа, брат, парень, все за разные команды. И мне приходится просто... А ты за какую команду болеешь? Секретная информация. Надо говорить за сборную мира. Анжи. За сборную. Нет, ну только не Анжи. Не Анжи. Так, что бы у тебя еще такое спросить? Кто тебе больше всего понравился вот, из всех персонажей и из тех людей, с кем ты работала? Там режиссер, постановщик, сценарист? Я не могу никого выделить, потому что это для меня все. Целая, да? Целая команда. Ну, это из команды, нельзя же выдернуть какое-то звено, и получится не команда уже. И мне было приятно с этой командой работать. Я хочу повторить, я хочу «Около футбола 2». Надеюсь, что все сбудется. Так, а у нас когда премьера будет? Ты будешь принимать участие в премьере, да? Это когда будет? В Москве, 25 числа? 23 сентября пройдет в октябре. А где? Кинотеатр «Октябрь». Кинотеатр «Октябрь». Приглашаем всех заинтересованных лиц. Но это будет очень сложно приглашать, потому что... Только избранные попадут. Да, только избранные попадут на кинопремьеру. Но зато с 26 у вас всех кинотеатров «Смотри, не хочу» с утра до вечера. Я еще знаю, что по разным городам идут более ранние премьеры, да, 19 числа, там Улан-Удэ какой-то, там Уфа, Питер, Санкт-Петербург 17 числа, да, по-моему? 18. Или 18 числа. Я принимаю участие в поездках в Тулу, значит, тульцы. Я буду 10 сентября у вас. Ого. Да, 8 буду... Где же я буду 8-го? 8-го это уже рядом, да. Может, октября? Нет, сентября. Да, вот так вот. Где я буду, не помню. Ясно. Обратись к будущим зрителям фильма. Что им нужно вообще? Ну, как бы, что ты им пожелаешь? Что посмотреть? На что... Обратите внимание? Да. Вообще, получайте удовольствие от просмотра. Я надеюсь, что вам понравится. Сама не знаю, что получилось, не видела. Озвучивала только некоторые части. Мне сама очень интересно. Жду премьеры и желаю вам приятного просмотра. Итак, в гостях у журнала «Около спорт» была Дарья, главная героиня, главная звездочка. Женского пола. Прекрасная девушка, красавица, спортсменка. В гостях у «Около спорта».
Ой, ой, ой.